И снова здравствуйте, друзья. Снова доброе утро. Вот еще у нас одна поклевочка. Как всегда, женщины ловят, мужчины в лучшем случае только помогают. Фрикциончик подтянуть нужно, да? Ослаблен слишком. Ага, и вот у нас осетр очередной идет. Идет к нам. На осетра мы не рассчитываем. Да, вот такие вот. Вот такие вот погрешности у нас происходят. С учетом того, когда закрывали VIP-участок. Видите, так интересно получилось. Но все равно, я думаю, в зачет, все равно, думаю, интересно, все равно здорово. Что по ощущениям, что скажете? Очень круто. Очень круто. Приехать на форелевый, да, VIP-участок, да, и поймать... Красивая рыба. Поймать осетрика. Прям жалко, даже было за хвост